Я думаю, это мечта, когда ты ребенком смотришь футбол, смотришь такие матчи, а сейчас тебе выпадает возможность играть на таком стадионе против таких мастеров. Это великолепная возможность, она может быть один раз в жизни, и нужно использовать ее на все 100%. Особо не было времени волноваться, это была экстренная замена. Нужно было выйти, как помочь, не знаю, чем смогу, но, к сожалению, мы не смогли переломить ход матча.